Так, друзья, сейчас мы вам покажем, как правильно замешивать обойный клей так, чтобы не было комков. В эфире Саша и Юра. Сначала делаем воронку и потихонечку начинаем сыпать содержимое пачки. Обратите внимание, все равномерно получается у нас, без комочков. Чем сильнее воду разгоним, тем лучше, потому что в конце она начинает приостанавливаться, замедляться уже. Поэтому мы все делаем очень быстро, чтобы получилось в итоге все качественно, и клею не пришлось размокать полдня. Вот смотрите, все пока у нас как надо. Комочков нет, чуть-чуть воронка уже у нас медленнее вертится, чем сначала, но все равно все пока идет по плану. Так, кажется, клей мы весь уже высыпали. Все, теперь мы ждем, пока наш раствор приведет норму. Через 5 минут можно начинать работать. Спасибо за внимание.